Как вы думаете, куда мы отправляемся? Куда отправляется русский человек по субботам? В баню. В баню. На ютубе всех в баню отправляют, а мы отправляемся по направлению в баню. Баня у нас обыкновенная. По-деревенски, деревенская баня. Попробуем тут что-нибудь снять. О, туман, ничего не снимем, наверное. Ой, красота какая. Теплый Марсик. Марсик — это собачка. Дочка тут вот что-то она тут сделала. Так, пора подкинуть тут что-то. Пора подкинуть. Попробуем. Вот такая обыкновенная байка. Обыкновенная печка. Дочка растопила. Пока еще горит. Попозже. О, вон, дверь плохо закрывается. Видите, что? Вот так вот. Ну, что тут? Тут обыкновенная баня. Помывочная. Парная. Вот тут вот. Печка. Печка-каменка. Да, баня вот. Вот такая парилочка. Любимое место моего супруга. Любил он очень баню свою. Как они шутили. Построил, говорит, это тебе и Египет, и Куршавель. Не так, конечно, говорили. И Египет, и Куршавель. Любил париться. Почти каждую неделю топил. Приезжали мальчишки. Особенно зимой. Из парной в снег. В этом году снег плохой. Мальчишки, конечно, приедут. Собираются. Но. Снег вряд ли ему удастся попрыгать. Почему? Потому что снег очень плохой. Сейчас покажу, какой плохой снег. Ой, жесткий и пушистый. Потому что, как везде в России, что в России, кажется, везде, то оттепель, то мороз. Мороз вот в феврале только путней получился. Вот. Вон там дровишки лежат. Надо будет натаскать. Да, слышу я тебя, слышу. Слышу, да. Ой, красота какая. Смотрите, сосульки. Вон, видите, что с теплицы навешались. Красотивные. Сейчас покажу. О, какие сосульки. Это сосульки такие. Красивые. А? Наш садик. Садик небольшой. Но очень даже симпатичный. Да. Кто тут ворчит? Кто тут бегает? Главная собачка. Это главная собачка вынеслась. Вперед! К победе! Если замерзнет, будет домой проситься. Сейчас. Гуляй маленько. Сегодня мороз и ветерок. Когда ветерок, холодно. О, удастся баню протопить. Значит, помоемся. Вот я, по сути дела, не банщик. И никогда я эти парные не любила, и не парилась, и не ходила. А вечно болела голова после бани. Сильно болела голова. А вот в нашей бане, видимо, она как-то сделана так правильно. Зайдем, холодно на улице. Как-то она так сделана правильно, что голова у меня не болит. Я, конечно, не парюсь так прям сильно-сильно. Потихонечку, но все же парюсь. Маленько. На полке я люблю полежать.
Веник надо запарить. Забыла точно. То потом он долго будет запариваться. Принести-то она его принесла. Веники тоже еще муж готовил. Вот такие вот венчики. О! Нет. Эти веники старые, дочь? Мама, ну они там что-то стояли, я что-то не пойму, какие они. Мне кажется, старые. Ну, старые, новые не принесли? Нет. Надо водички принести и запарить. Ну, наверное, старые пойдут. Не надо их сжигать, зачем? На следующий. Воду надо принести. А я, ты самый думаю, ты спишь, пойду. Подброшу. А Настя там спит, ну пусть поспит маленькая. Надо еще натаскать дровишек, наверное. А? Вот, говорят, баньку надо переделывать, потому что пол может сгнить. Она по-простому сделана, по-деревенски. То есть вода туда, землю. Ну, сыро, конечно. Сыро, так она. В принципе, большая банька. Большая банька-то. Тут в парилке-то хорошо. Тепло. Жарко. Хоть сейчас парься. Вот. Хоть сейчас парься. Вот такие вот банно-прачечные дела. Закроем, пусть греется. Вот, так что вот я не банщик по натуре, но люблю баньку. Не знаю почему. Видимо, потому что своя. Привыкла к ней как-то, режим. Ухожу, конечно, после всех, когда все откупаются, когда она уже не такая горячая. Два раз плесну маленечко, подогрею, да на полке попарюсь, так помассажируюсь венчиком. Ну все, Ирин, хватит, наверное. Это третий раз, да? Четвертый. Четвертый уже? Угу. Надо будет потом, наверное, убираться уже. Боже. Вот полочка у нас какая, посмотрите, красивая. Это у меня родственник такой есть. Родственник. Заловкин муж. Он в свое время занимался резьбой по дереву. Подарил нам гардину. Это гардина была. Когда мы выезжали, а сын в нашу квартиру заехал. Ему уже это все было не надо. Мы эту гардину забрали себе. Здесь она что-то никуда не приспособили. И мы из нее сделали полочку такую резную. Ну, такая красота. Больше тут ничего такого знаменательного нету. В общем, вот. Тепло, да? Тепло. Ну, а там посмотри. Там вроде тепло. Вода скипела. Да вроде шипит, я так не посмотрела телефон-то. Ну да, еще два раза погорит нормально. Ну вот такая вот банька. Печка, он шумит. Люблю когда слушать, когда печка шумит. Такой своеобразный шум. Печка тут такая простая, не экономная. Приходится очень много подбрасывать. Соседи, вон какая-то печка новомодная. Не, когда топит, у них прям пар идет. Белый струй. У нас черный. Да, Марсик? Марсик, привет. Марсик. Где Марсик? Вот он, Марсик. Ты еще что ли тащишь? Ага. Половина дровницы ушло. Вот. Раньше там вот
стоял бассейн такой летом надувной. Мальчишки из бани напарятся и туда, в этот бассейн. Прыг-прыг-прыг-прыг. Летом под душ. Когда был хороший снег, в снег ныряли. Пушистый. А сейчас вон снег, видите, какой. Не поныряешь. Вот. Ну и без деда, конечно, им очень скучно. Мальчишкам. Так что вот такая баня. Вот так. Я, конечно, не блогер. Так. Бабушка. Веселюсь на этом ютубе. Смотрю, как народ там. Ой, говоря современным языком, прикалывается. Ну и я тоже маленько так. Чтобы совсем не закиснуть. Вот. Житель я, конечно, не деревенский, сразу скажу. Почему? Потому что мы живем, можно сказать, в коттеджном поселке. Тут вот только собак в каждом дворе. Такое впечатление, что народ из города специально уезжает, чтобы собаку завести. И собака их веселила и радовалась. Вот. У нас тоже, конечно, есть пёса наша. Пёса. Который у нас пушистик. Который пух производит. Не шерсть, вот как бывает собачья, а именно пух. Да. О, ну сейчас мы к нему в гости сходим и домой пойдем. То холодно. О, Шархаша, привет. Поздоровайся. Поздоровайся. Скажи здравствуйте. Здравствуйте. Глазки почистить надо, да? Кто глазки не чистит? Да, глазки надо почистить. Иди сюда, да, глазки почистим. Иди. Глазки надо почистить. Ой, замерзли. Слезки-то у тебя. Надо почистить тебе глазки. Замерзли слезки. Плакал, что ли? По хозяину скучаешь, да? Че моя-то красота. Вон домик у него там теплый. Ой. Вот такие вот банно-прачечные дела. Ну, ладненько. Пока-пока.